Такшина и Грушевский вывели в свет повзрослевших детей. В парке «Сказка» открылся первый в России тематический парк под открытым небом «Страна смешариков». На открытии нового столичного тематического детского парка собрались многочисленные любители смешариков. Среди любителей анимационного сериала, воссозданного на площадке, присутствовали и знаменитости. «Мы как будто оказались в самой настоящей сказке», заметил юморист Михаил Грушевский, который пришел на праздник с женой Евгенией Гусляровой и 7-летним сыном Михаилом. Также среди гостей была актриса Юлия Такшина с сыновьями, 14-летним Иваном и 12-летним Федором. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Вот если их не формировать, листья будут, а плодов нет. Четыре нижних листа сразу оборвать. Ну, не сразу, а когда вот появятся над ними какие-то листья. Когда появляются все эти плети, нужно их обязательно прищипку делать. Нужно оставить только два листа и отщипнуть. И сделать это надо, естественно, как можно раньше. Тогда у вас в пазухе каждого листа будет огурец. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина Александровна Кизима. Мне 83 года. И уже 60 лет я занимаюсь садоводством, огородничеством, цветоводством на своих шестисотках. Я не копаю, я не поливаю, я практически не полю. А собираю урожай. Скажете, это невозможно? Возможно. Все время подсматривайте, что делает природа. Действовать только в соответствии с природой, ни в коем случае не поперек. И если вы не будете путаться у нее под ногами, она все сделает вместо вас. Я автор вот такого видеокурса, знаменитого уже теперь, «Огород без больших хлопот». Покупайте, следуйте тому, что там написано, показано. Кроме того, всегда экспериментируйте на своем участке.